В рамках программы «Мой подъезд» в этом году в Люберцах отремонтируют 1329 подъездов. Уже порядка 700 в 167 домах привели в порядок на данный момент. Качество работ на контроле лично у Владимира Ружицкого. Раньше был неприглядный подъезд. Сейчас заменили почтовые ящики, покрасили стены, все в нормальные цвета. Подъезд выглядит прекрасно. Лестницу облагородили, все заштукатурено, положили плитку качественную. Все отлично. Игорь Зеленский не скрывает своей радости. За 12 лет проживания в доме на Южной такой качественный комплексный ремонт подъездов для них сделали впервые. Улучшили состояние входных групп, усилили освещение, заменили напольное покрытие, штукатурку, провели покраску стен и потолков, заменили электрощиты. Это далеко не весь перечень проделанной работы. Производится ревизия мусоропроводов, если в доме присутствует мусоропровод, заменяются мусороприемные клапана, соответственно, также производятся работы по слаботочным сетям. Все слаботочные сети мы убираем в короба. Напомним, в 2017 году удалось привести в порядок порядка 1300 подъездов. А в этом году запланировано сделать 1329. Проверить проделанную работу приехал глава Владимир Ружицкий. Он отметил, что ремонт проведен качественно и без претензий. Мы завершили где-то порядка 333-335 подъездов. Это, по сути, четвертая часть. И это все в графике, это все в плане. Тем более наши жители уже привыкли, чтобы подъезды ремонтировались, они были качественные, добротные. И мы над этим работаем. Как отметил Владимир Ружицкий, летний период будет особенно плодотворным у ремонтных компаний. Ведь основной объем приходится на это время. Окончание работ запланировано на ноябрь. Мария Кузьмичева, Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.